Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Добро пожаловать на видеообзоры от Поблита. Сегодняшний мой гость – это ремень брючный от известного производителя тактического снаряжения Tourgear. Давайте познакомимся с ним поближе. Ремень на самом деле непростой. Почему он непростой? Потому что сердцем его служит пряжка Кобра от Австриальпин, которая легко расстегивается и застегивается, держит неимоверные нагрузки и вообще тактически и брутально выглядит, добавляя просто харизмы и брутальности своему владельцу. Вот и в принципе вот такой вот прекрасный, приятный аксессуар в цвет. Сам ремень выполнен из военного формата стропы 4088. Видите, как она прострочена в два слоя, благодаря такой конструкции ремень достаточно жесткий, вот, выдерживает нагрузки и навесное снаряжение. Чуть позже я покажу, как это выглядит. Регулировки по объему осуществляются при помощи липучки текстильной типа велкро в достаточно большом объеме. Все красиво, все удобно. Давайте попытаемся навесить на него снаряжение и посмотрим. Тест с кобурой, смотрите, висит как влитой, добавляем нож, сразу проверяем различные варианты крепления, тоже железно висит, ничего не мешает. Попробуем чехол для дубинки, отлично, радиостанция, все у нас висит, как должно висеть, не отгибаясь. То есть плотности у ремня и жесткости достаточно. Ремень имеет ширину в 5 сантиметров, но есть свои особенности, как его вставлять в брючный ремень. То есть ремень может быть не только брючным, он может быть и ремнем в варбелт, потому что пряжка достаточно прочная, но если вы хотите его использовать как брючный, вам надо сделать следующее. Мы берем, отводим тренчик, расстегиваем сам ремень и извлекаем его из пряжки. После этого мы правильно располагаем ремень, снимаем тренчик и вставляем его в шлицы брючные. В каждый. Не пропускаем ничего. Когда мы это сделали, мы берем пряжку, не забываем одеть тренчик. Таким вот образом прошу обратить внимание, чтобы ремень мог использоваться в качестве эвакуационного, то надо правильно вдеть ремень. Нужный объем регулируем, поправляем тренчик нужной стороной, чтобы все было красиво, вставляем сюда хвостовик ремня с липучкой, вуаля, немножко вытащили ремень, заклеили и все. Вы брутальны, вы тактикульны, вы красивы и, самое главное, ремень функционален, как и все другое снаряжение от Tourgear. Более детально об этом ремне и о других изделиях от известного украинского производителя Tourgear я расскажу в своих обзорах. Читайте блог, подписывайтесь на видеоканал, у нас каждый день
новые новости. Спасибо, что остаетесь с нами, и всего вам самого доброго. До новых встреч!